Проект здравоохранения делает медицину в Дагестане лучше. Об этом говорили на заседании, где подвели итоги реализации национального проекта в регионе. Вел его первый вице-премьер Дагестана Анатолий Каривов. Общая сумма финансирования по региональным проектам на 2019-2024 годы составляет около 20,5 миллиарда рублей. Так, планы по закупке медицинского оборудования выполнены на 100%. В ходе реализации проекта в 2019-м построено 20 новых ФАПов, в том числе 5 из них за счет экономии средств. Запустили программу «Бережливая поликлиника». Большой скачок совершила и санитарная авиация. По данным, на 1 января этого года осуществлено 57 вылетов и помощь оказана 74 пациентам. Помимо прочего, в прошлом году улучшилось и материально-техническое обеспечение. Закуплено 69 наименований медицинских изделий. Заключено 25 государственных контрактов на оснащение оборудованием. По словам главы Минздрава региона, эта работа будет продолжена и в наступившем году.